транспортной фирмы «Атлант» является крупнейшей компанией на рынке услуг по перевозке крупногабаритных грузов. Она была создана в 1985 году и за 20 лет работы надежно себя зарекомендовала для российских и зарубежных партнеров. От сотрудничества с ней можно только выиграть. Благодаря надежным техническим ресурсам компании и высокому профессионализму ее сотрудников, клиент получает гарантии безопасности перевозок его имущества. Во-первых, потому что мы стараемся перевозить груз в полностью собранном виде, максимально. Второе, то, что мы профессионально готовим саму перевозку. В-третьих, заказчик не занимается, а этим занимаемся мы, получаем разрешение на перевозку. Уникальное оборудование, не имеющее аналогов в Астраханской области и на юге России, позволяет осуществлять перевозки конструкций, не разделяя их на части. В данный момент происходит завоз колонны для расширения третьего производства на Астраханском АГПЗ. Размеры колонны, длина 70 метров, диаметр 5,8 метров, вес 215 тонн. Сначала огромная ректификационная колонна была доставлена с завода из города Волгоград в Астраханскую область на барже. Последний этап – на прицепах ее привезли на Астраханский газоперерабатывающий завод. Подобные колонны уже доставляли с фирмой на АГПЗ. Собственные прицепы производства известной французской фирмы «Николя» всегда находятся в состоянии технической готовности для выполнения перевозок, даже на самые дальние расстояния. Дорожная карта перевозок «Атланта» охватывает всю территорию страны, а также ближние и дальние зарубежья. Ряд отечественных и иностранных наград не дает повода сомневаться в качестве ее услуг. Их популярность высока на рынке постсоветского пространства и за рубежом. Компания осуществляет регулярные перевозки в Республике Казахстан, Туркменистан, Иран. Каков тоннаж максимального груза? Ну, в зависимости от веса, от габаритов, но до 2000 тонн единый груз, неделимый. Транспортные средства нашего предприятия вполне позволяют. Но все зависит от заявки клиента. Мы можем и больше. Прицепы состоят из модулей, которые можно соединить в поперечном и продольном направлении. Каждый из них имеет грузоподъемность в 150 тонн. Благодаря сложной системе гидравлики и высокому профессиональному уровню специалистов фирмы, возможно погрузить и выгрузить оборудование без применения крана. Модуль подгоняется под колонну или любой другой груз буквально по миллиметру. При помощи гидравлики прицеп может опускаться, чтобы с грузом пройти под эстакадами действующего производства. Специалисты фирмы сами выполняют весь комплекс работ. Такой подход дает возможность сократить затраты на проведение подготовительных работ и саму перевозку, а значит, снизить стоимость предлагаемых услуг. К тому же ваш груз будет доставлен от двери к двери, то есть от цеха завода-изготовителя до монтажной площадки заказчика. Мы практически готовим и рассматриваем трассы, подбираем подвижной состав, чтобы это было экономичнее и для заказчика, и для нас. Мы получаем разрешение специальное для прохождения, сопровождение организовываем, погрузо-разгрузочные работы, и практически заказчик всегда выгадывает. Бизнес не терпит промедления, и вы это прекрасно знаете. Воспользовавшись услугами «Атланта», вы попутно сэкономите время. Это позволяет высокая мобильность персонала компании, достигаемая за счет применения современных средств связи. Не обязательно кататься от офиса к офису, чтобы сделать заказ на перевозку. Достаточно отправить заявку по факсу, и он будет непременно рассмотрен и выполнен. У нас весь персонал на перевозках задействован с мобильной связью. Значит, аппарат управления и технические службы имеют современный, во-первых, у нас полностью разработана система сети компьютерной, высокоскоростной интернет. В цивилизованном рынке может иметь успех только сильная компания. Услуги транспортной фирмы «Атлант» востребованы, и это говорит о многом. Ее сотрудники готовы выполнить ваш заказ любой сложности. Дмитрий Аверкин, Алексей Егопов, «Тема дня».